В 2005-м президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ставит рекорд. На очередных выборах главы государства за него проголосовали 91,15% избирателей. Звучит формулировка. Оглушительная победа. Всего в гонке участвовали 5 кандидатов, но основная борьба развернулась между Назарбаевым и громко вышедшим в прошлом году из Отана экс-спикером Мажилиса Жармаханом Туикбаем. Он наберет 6,61% голосов. Некоторые политологи заявят, что оппозиция все равно победила, потому что объединилась в блок за справедливый Казахстан. Впрочем, после поражения на выборах коалиция распадется.